Завершились короткие программы. На заключительном этапе гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. На нем наша российская фигуристка Алена Косторная показала свой лучший прокат, после которого она выбилась в лидеры. Ей удалось установить новый мировой рекорд. Она набрала чуть больше 85 баллов. А такого раньше на подобных турнирах в коротких программах не удавалось еще никому. И это при том, что для Алены Косторной это первый сезон на взрослом уровне. Все свои хореографические движения и прыжки были исполнены настолько идеально, что некоторые зрители на трибунах не смогли усидеть на месте и аплодировали ей стоя. Даже многие специалисты были в восхищении от проката Алены Косторной. Вот американский спортивный журналист Джеки Вонг был настолько ошарашен, что коротко и сердито описал тремя словами выступление нашей фигуристки в своем твиттер-аккаунте. Безупречно, легко и невероятно. И в общем-то это все, что нужно знать про сегодняшнее выступление Косторной. Второй сегодня стала хозяйка этих соревнований японка Рика Кихира. Рика не стала церемониться и сходу решила потрясти соперниц своими приготовлениями. Она почти идеально сделала тройной аксель и каскад, тройной флип, тройной тулуп. Но все-таки проглядывались некоторые помарочки. Но не стоит забывать, что на произвольную программу Рика Кихира заложила бомбу. Это обещанный ею четверной сальхо. И мы с нетерпением ждем от нее этот прыжок. Ну а тройку лучших замкнула американская спортсменка Карен Чен. Она набрала 67,21 балла. А теперь поговорим о грустном. Все дело в том, что наша олимпийская чемпионка, талантливейшая фигуристка Алина Загитова, неожиданно для всех своих болельщиков, заняла унизительное для ее уровня четвертое место. Она набрала 66,84 балла. Алина показала свой худший результат в короткой программе за последние 2 года. Последний раз меньшую сумму баллов она набирала только в далеком 2017 году на Гран-при во Франции. И как бы грустно это ни звучало, но данное выступление можно назвать настоящим антирекордом для Алины Загитовой. Но самые преданные ее почитатели, несмотря ни на что, будут поддерживать ее до конца.